участникам жизнь Малинова казалась. Так, все красные. Здорово, вам на прокачай. А я у вас на малостепниках? Или там колесо меняет тишины? Что это такое? А это колода карт волшебных. Козыри! Это наши козыри! Мы в этот раз представляем три абсолютно разных скоростных участка. И, в общем-то, получается так, что большинство маршрута будет практически новым для участников. Поскольку первый скоростной участок длиной 145 километров мы никогда в этом направлении не ездили, мы его ездили, но в обратную сторону, немножко в другой конфигурации. Вот, то есть, плюс к тому, мы ездили всегда, то есть здесь гонка проходила в конец лета и осенний период, да, и то есть степь была абсолютно другая, другой. То есть вчера я поехал, я даже сам, то есть некоторые места, то есть у меня как заново я их вижу. То есть абсолютно видится картинка другая. То есть более зеленая, запорошенная травой, так, даже все овраги, низины, они как-то смотрятся все по-другому, не так, как это видится осенью. Хочется пожелать всем хорошей гонки и чтобы все складывалось так, как задумано. Спасибо. Аплодируем, пожелаем ему удачи завтра. Приглашаем на подиум Гавриленко Никита. Приглашаем Поперечный Станислав. Владимир Васильев, Петровская, Ленинградская область, пилот экипажа и Константин Жильцов. Все экипаж в мире. Экипаж пилотирует автомобиль BMW X3. Это специально подготовленная машина. На даче Санкт-Петербург. Штурманом выступает в экипаже мастер спорта международного класса Алексей Кузьмич, стартовый номер 200. Действующие чемпионы России по ралли-рейдам. Экипаж из города Москва. Евгений Пирсов, Вадим Филатов. Дорогие друзья, мастера спорта международного класса Андрей Рустой, Евгений Загородюк. Аплодисменты, молодые города! Аплодисментами! Дмитрий Ивлев, Михаил Филатов, команда Пэкспорт, город Москва. Я приглашаю на стартовый подиум Евгений Павлов, город Тверь. Трехкратный чемпион России по галлирейдам. Категория продакшн. Александр Рейзев, город Санкт-Петербург. Алексей Перфул, город Москва. Начинаем! Сейчас, дорогие друзья, на
будем смотреть завтра, друзья. 11 и 12 июня здесь, в Волгоградской области. Давай, давай, вылезай. Эдуард Галюк!